В Одинцовской электросети антитеррористическим учениям уделяется особое внимание. Такие мероприятия необходимы для профилактики взаимодействия всех сотрудников предприятия. В этот раз, по легенде, бомба заложена в административном здании. Сотрудник электросети обнаружил посторонний предмет и незамедлительно сообщил об этом диспетчеру. Информацию экстренно передали в ЕДДС. Меняются легенды, меняются постоянно, меняются требования, переписываются законы, как вы знаете. Все мы стараемся успевать, стараемся все исполнять. Через несколько минут объявили эвакуацию. Сотрудников электросети отвели на безопасное место. После поступления звонка, возможно, заложены бомбы, экстренные службы, кинологи, следственный комитет, пожарные прибыли на Союзную 9 уже через 5 минут. Поведение кокер-спаниеля Вари подтвердило, что тревога оказалась сложной. Служебная собака обнюхала предмет, ничего не обнаружила в результате осмотра. ВВУ не обнаружено. Тренировка показала отличную готовность экстренных служб и четко отработанные действия сотрудников Одинцовской электросети. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».